Иногда рабочий день кондитера начинается с того, что ты очень быстро бежишь до магазина, так как резко закончились все необходимые продукты, без которых не можешь начать работать. Все начинается с бисквитов. Их я, конечно, стараюсь выпекать за сутки до самой сборки торта, чтобы за это время основной продукт полностью остыл и был готов к работе. И как здорово сработала моя головушка в период бешеного потока заказов, я разработала для себя супер крутой и универсальный рецепт бисквита, с помощью которого я делаю за один замес сразу несколько видов. Это очень упрощает и ускоряет время на заготовке. А вот что касается самого времени, а именно рабочего. Я сейчас работаю до 6 часов. Все зависит, конечно же, от загруженности, но при правильном распределении времени всегда укладываешься в свой рабочий график. Такой грамотный режим я выстроила только с опытом, когда упахивалась как скотина, простите, после чего пришло выгорание. И мой вам совет, чтобы избежать на этом этапе выгорания, то нужно себя приручить строить график еще в самом начале кондитерского пути. Также особое внимание я уделяю уборке кухни. После работы я перемываю всю посуду, всю кухню до блеска, чтобы не оставалось ни единой крошки. Ибо рабочее место кондитера должно быть в кристальной чистоте, как у хирурга в операционной. Да, в этом плане я очень душная, но что поделать. Так что вот такое вот умозаключение в конце этого видео. Всем пока!